Так, я здесь, ну чё? Ну что, Никит, что будем делать? Что? Дубль арта? А может дубль танки? А может дубль командос? Ты иди в арту, ты ее любишь, ты ее знаешь. Не знаю. Я все знаю, но... Да, уже ты арту полюбил, что ли? Сейчас арта... Ну, раньше, когда ящики привозили с этим самым, с амуницией, то да. А сейчас какой смысл? Раньше-то она была наступательная еще. А сейчас она больше оборонительная. Нас все равно прижмут. Нет, давай так это себе настраивай, что брит и имба, и мы можем победить. Вот если они нас прижмут, то все нормально. А если мы выиграем, вот как раз будет хреново. Но надо победить. Так мы же за то, чтобы был баланс. Да, но давай как бы говорить о том, что... Что это дисбаланс просто игроков. Если они выиграли. Где гранаты? Да, гранаты у тебя есть. Что интересно, а кто на моей стороне? Не знаю. Если там Аластор, то я сразу в хорон. Да ладно, чё ты? Сразу, алло? Кстати, кто был на твоей стороне? Я так и не понял. Я даже не смотрю, кто начал. Я мне показалось, британцы со всех сторон. Ты видел это, Денис? Что там такое случилось с тобой? Моделька крутилась по земле. Нет, не видел. Я Денис. Меня Денис? У тебя Аластор. У меня Аластор? Да, я выхожу, все, это позор. Играем. Аластор, говоришь? Эх, поздно выстрелил. Вот я нубик. Вот так все хорошо шло. Так все замечательно начиналось. Вызываем Москву. Окончилось. Я отступил. Поздно. Что делать-то? Никита. Страдать. Дисбалансные команды. Дисбалансные просто. А, тебя выгнали? Да меня вообще. Нифига там моделька упоролась. Блин, я забыл, какого это немца играть. Вообще прям забыл. Ну как, стало легче? Ну нормально так пока. С 20 амуниции в начале. 50. Там расчеты и сзади автоматчики, если что. А нет, там у них винтовки сзади. Не ванило. Серег, мне не нравится это, что мне пришел помогать. Мне не нравится, это признак того, что меня выгнали. А ты как думал? Да не, я пошел. Это как в той игре с американцем. Вообще нет, не буду. We'll have them back to full strength shortly. Ready to move.
Я захвачу, иди своей толпой. Сверху ты тоже захватываешь? Куда ты хочешь, чтобы я пошел? Нефть нашу взял. А, наверх. Конечно же, нам нужна нефть, что не видишь, что. Самолет. Давай его уничтожим. Ну попробуй, там МНГ же. У нас два миномета. Вот если бы Денис поиграл бы своими любимыми тактиками через это. Ну, как-то дымовые вот эти. Ну, кстати, может, еще аэродром захватили тут. Да, он там бегает. Он прокачал медицину уже. А у него 50 амуниции. У них МП-40 нет, естественно. Куда ты вылез? А я же могу МП-40 прокачать. Нифига себе быстро так. Сейчас сольешь, Никита. Он не отступает, я давно уже ему приказал. Скриншот. Что там такое, что? Вайб гранаты почти получился. Я вообще блин. Я сам в шоке. Ай, ну не надо, ну не стукай. Уже два пулемета. О, сейчас раненых не собираю, спасибо. А где медики? Медики ушли в отпуск. Да ладно, ты медик? А, нет, вот они. Не только сейчас собирать. Блин, какая жопа, просто я не успеваю ничего. Я не знаю, Никита, я просто ничего не успеваю, я не понимаю, что делать. Вообще жопа. Ну, я, честно говоря, все равно рад, что поеду в Ленинград. Как это? Слушай, ну они просто нас сделали, ты видишь? Что творится? Терпим. Терпим, терпим. А, стой! Стой! Ну, подожди. Гад, ушел. Ушел. А, огонь кинули. Куда? А, вижу, вижу. Спасибо, вовремя. Блин, да что ж такое-то вообще? У нас нефти нет. Это просто жопа. Слушай, Никита, это просто каюк. Да. А ты чё, верхнюю нашу не будешь брать, да? А чё ты ко мне пришел? Ты говоришь, что-то мне это не нравится, что ты ко мне пришел. Вот. Давай обратно. Ты иди к себе, а я к себе. Не-не-не, уже поздно. Ну, понятно. Сейчас. Поздно пить боржоми. Захватываем. Да хотя бы что-то. Да я торможу, бля. Да выпадаю, мне сейчас отряд бы дали. Верни тогда, вот, чё ты сел? Что? Захватим тогда. Точку захватим. Динамит пулеметом. Чё делать? Придётся пулеметом точку. И вот этих убери, они же умрут. Кассир рассчитал, что миномет. Давай, закрепляемся в поздней игре. Брит тащит. Ну, давайте убейте на одного человека, давайте давайте. Лёга, убегай, лейтенант. Уже. Ой, это я, не туда. У меня все окей, у меня все под контролем. О, танк! Все, каюк! Да! Все, ну это вообще просто. Clearing QM now. Securing the target area.
Здравствуйте, здравствуйте. QM's just distributed supercharged rounds to the enemy. Все, мне сейчас вас то рубьет снайпер, и я умру. Держись, тряпка. Мы сейчас выиграем. Да. Какой иди в танковую, иди в танковую доктрину. Давай сапер, саперов, саперов. Какая танковая доктрина? Саперов давай. Да вижу я. Уже все. Мы... Все, баланс Серег есть. Мы британцами слили бы. А я говорил. Я говорил. Если долго-долго мучиться, что-нибудь получится. Посмотрим, как завтра еще сыграет Денис Денюк. Вася, конечно, обещал зайти, но Вася пока еще не въехал. Сейчас бомбежечку еще с нам скинут, и все, и каюк вообще. Да? Ну, раз и просит, почему бы и нет. Ну, раз вы просите, сейчас мы скинем вам. Ох, у неделя офицера спаса себе не сказал. Ой, какая встреча. Как нужны саперы? А какой-то... Нубский напарник ушел не в ту доктрину. А, кстати, какую ты доктрину ушел? А, снайпер, да. Да ладно, ладно, Никит, я шучу. Наконец. Убили всего. Что там убили у тебя? Машинку мне убили. Машинку ему убили. Крепись, крепись. А какой захват у гренадеров? Полтора увеличили у горных егерей. Полтора увеличили, да. То есть боевые качества не увеличили, а вот увеличили качество скорость захвата. Если не так, то так, типа. Лего, что ты там санки одеваешь? Кого? Минометики. Ты по минометикам? Там куча минометиков. Встречай, Пазик. Пазик, встречай. Он не приедет все, что он дурак, что ли? Он, мне кажется, он снайпера хотел. На каях хоть один забрал. А, стрейф. Но в желтой зоне стрейф хреново идет. О, ты убил. Меня бомбежки убил. Две бомбежки убегай. Ту-ду-ду. Не работает. Хоткей. Бум-бум. Ну это... Никит, ты давно мне не попадал на таких. Да? Ты завтра пораньше приходи, Никита, я еще одного такого же покажу. Ой, это что-то невероятное. Хватит уже бомбить. Я требую камбэк. Не будет тебе камбэк, Серег. Не будет. Какие крики там моих этих бедных чуваков, которые даже не успели вылезти. Блин, знаешь, вот на этой карте в одном месте офигенно получается делать мобильный штаб. Маленький домик, который полностью ХП имеет. А там вообще идеально нет там штаб делать, там, в самый раз. Особенно пулеметы сопоставили, да, еще. У нас минометик, американец. Да.
Не, Сева, какая она? Да, не говори, это просто невозможно. Давайте еще раз, что ли. Ну, баланс есть. Что могу сказать? Надо Костю, он же не слышит. Денис, ты молодец, конечно. Ну вот именно свой. Нет, ну надо было, конечно, одному идти, блин, это самое. А там офицер, ты вряд ли кого-то убьешь. А, это Они дадут там еще шанс? Ну я сейчас не бомблю вас штукой. Нет, я имею в виду, не сыграть еще. Еще один этот самый. Вообще просто. Пора. Из-за кого мы выберем? За немцев? Мы держались. Честно говоря, за немцев даже легче играть было, чем за британцев.